Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре начинной набор от компании Стандарт. Это новинка на территории Украины. Сама фирма находится в Харькове, Стандарт выпускает полупрофессиональный инструмент. Сами заводы находятся Индия и Китай. У нас сегодня в видеообзоре набор под кодом ST0139. Состоит из 139 предметов. Набор поставляется в такой вот бумажной упаковке. То есть обычная упаковка, не картоновая, идет. Что здесь важно? Ну, материал изготовления указывает производитель, это хромонадевая сталь. Хромонадевая сталь CRV и вот вверху хромонадевая сталь. Здесь получается комплектация набора идет. Ну, в принципе, важного больше ничего. Ну, еще соответствует стандарту ISO 9001 данный набор. Комплектация здесь довольно хорошая, богатая комплектация. В наборе идут 3 рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 вторая и 1 четвертая. Начнем с трещоток. Трещотки здесь, 2 трещотки на 48 зубьев и 1 трещотка 3 восьмых на 72 зуба мелкий шаг. Трещотка под квадрат 1,2, 48 зубьев, длина ее 260 мм. Имеет левец, быстрый сброс головки. Она разборная, можно обслужить внутри трещотку механизм. Надпись на стандарт на металле есть и CRV, это хромонадевая сталь. Рукоятка здесь комбинированная, резина черный цвет и синий это пластик. Ну, довольно удобно в руке лежит. Трещотка под квадрат 1,4, также на 48 зубьев, длина ее 156 мм. Комбинированная рукоятка идет, реверс и быстрый сброс, также она разборная. И трещотка под квадрат 3 восьмых, 260 мм, здесь идет 72 зуба мелкий шаг, реверс, быстрый сброс. И особенность этой трещотки то, что ее меняет угол наклона. То есть под разным углом можете работать, докручивать. Здесь мелкий шаг, 72 зуба. Далее, воротки. В наборе 3 воротка, Т-образный. Есть шарнирный вороток, есть Г-образный вороток. Начнем с Т-образного. Длина его 250 мм. Но он также служит у нас как и удлинитель. То есть снимаете переходник вот этот и получаем удлинитель 250 мм. Переходник этот можно использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую. То есть трещотку 3 восьмых можно использовать в головке под квадрат 1,2. Далее Г-образный вороток 250 мм. Головки подсоединяются с двух сторон. То есть можно с этого рычага и с короткого подсоединять. И вороток шарнирный. Очень удобная вещь при закручивании, закручивании гаек. Этот механизм внутри меняется, то есть вот болт откручивается. И здесь по сравнению с другими наборами, и он имеет длину не 300 мм, а все 410. То есть большой такой, длинный. Имеет насечку на ручке, для того, чтобы было удобно держать. То есть в воротках тут все представлены, которые есть практически. Это Т-образный, Г-образный и шарнирный. Так, далее удлинители. Под квадрат 1,2 250 мм я уже показал. И еще один есть под квадрат 1,2 удлинитель. Вот такой маленький, 70 мм. Удлинители под квадрат 1,4. Здесь их 4 штуки. 50 мм маленький, 100 мм и 2 удлинителя по 150 мм. То есть вот такой вот, который не сгибается и есть для труднодоступных мест вот такой вот пружинный. Удлинители под квадрат 3 восьмых. 70 мм и 150 мм. Две свечные головки. Стандартные на 16 мм и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Далее, отверточная рукоятка. Длина ее 150 мм, ручка из пластика,
имеет квадрат присоединительный, чтобы можно было подсоединить трещотку. Получаем такую вот отвертку с реверсом. Также можно удлинять с помощью удлинителя, сюда вставлять. Она применяется с головками под квадрат 1,4, то есть там, где трудно долезть, можно вот отверточной рукояткой. Или через переходник вот такой, сюда можно подсоединять биты. Биты здесь в двух боксах. Есть шестигранные биты, торкс, шлицевые и крестовые. То есть берем биту и вставляем переходник. И получаем такую отвертку. То есть можно менять насадки. Так, набор комбинированных ключей. У ключей здесь комбинированных 17 штук. Самый маленький ключик это на 6 мм. И самый большой ключ у нас на 24 мм. Ключи полностью отполированы, без насечки. Только имеется надпись стандарт, CRV, сталь хромонадевая, 24 мм. Очень хорошо отполированы. Ключи не идут в каждого в своем отделении. Здесь они просто вот насыпи в таком вот выемках в кейсе. Идет. Карданы. Здесь три кардана, 3 восьмых. Кардан 1/4 вот. И кардан 1/2. Они скреплены металлическими вставками. То есть не разборные. Ну, в принципе, сделаны довольно хорошо. Далее переходник есть. 3/8 на 1/4. Трещотка 3/8, можно работать головками под квадрат 1,4. Также этот переходник используется для того, чтобы можно было сделать Т-образный вороток под квадрат 1,4. То есть под квадрат 1,2 я вам показал уже, а вот под квадрат 1,4 собираем такую конструкцию. Головки шестигранные. В наборе шестигранный профиль. Здесь нет длинных головок, только есть короткие. Общее количество головок здесь 43 штуки. Самая маленькая головка это 4 мм. 6 граней. Под квадрат 1,4. И самая большая 32 мм. Под квадрат 1,2. Вес ее составляет 215 грамм. Так, верхние крышки. В верхней крышке у нас молоток. Вес его 300 грамм. Ручка деревянная, длина его 300 мм. Клещи переставные. Длина их 250 мм. Рукоятки здесь резина-пластик комбинированные. Ну, резина здесь тонкий слой нанесен на пластик. Что комплектация здесь хорошая очень в наборе. Плоскогубцы 180 мм, также рукоятки комбинированные. Набор разрезных ключей, так званых для трубопроводов. Здесь их 5 штук, размеры 8-10, 10-12, 11-13, 12-14 и 17-19. Так, набор Г-образных ключей 10 штук. Все они подписаны по размерам в каждой своей ячейке. Этот ключ на 14 мм, 6 граней Г-образный. Так, теперь набор отверток 6 штук. 3 у нас крестовые и 3 шлицевые. Рукоятки также резинопластик. Здесь указана маркировка на каждой отвертке, длина. Рукоятки, хочу заметить, что очень удобные. Благодаря вот этому напылению, вот такой вот ребристой поверхности, очень удобно держать в руках. Так, по комплектации все. Теперь по самому инструменту, по изготовлению визуально. Ну, беря любую единицу, здесь нету ни следов от литья, нету сколов, нету вмятин. То есть все хорошо отполировано.
хотя инструмент считается полупрофессиональным. То есть вопросов по литью нет. Все отлично, ключики отполированы, все сделано. Теперь, как инструмент закрепляется в крышке, чтобы он у вас не выпадал во время закрывания. Ну, здесь все хорошо держится, вот ничего не выпадает. Единственное, доводите инструмент до конца, чтобы он защелкивался у вас. Кейс. Кейс здесь состоит из двух частей, широкие зависы, внутри металлические вставки. Запирание на два замка спереди. То есть замки металлические идут в данном наборе. Хотя обычно в таких наборах больших идет 4 замка. Ну, здесь 2 замка металлические спереди. Рукоятка снимается здесь съемная. И что хорошо, она здесь обрезинена. То есть очень удобно сидит в руке в любом переноске. Теперь по габаритам кейса. Вес набора составляет 13 кг 300 грамм. То есть он тяжелый. Пластик здесь, ну, здесь довольно жесткий. Пальцем продавливается трудно. Пружинит, но трудно. Логотип стандартной верхней крышки есть. Вот такой вот рисунок. И габариты кейса. Ширина 54, длина 35 сантиметров, высота 8,5 и вес, сказал, 13 300. Запирание на металлические замки. Очень плавно закрывается. Не надо прилагать каких-то усилий. Ну и металлические замки, конечно, более живучие, чем пластиковые. Ну, конечно, я не беру в пример профессиональный инструмент, там, конечно, пластик высокого очень качества. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте лайк, ставьте комментарий, у кого был опыт использования инструмента. До свидания.